Господа, прошу вас, выслушайте меня. Пусть даже эта песня стоит всего 2 гроша. Многолюдного квартала под вечер обычно, когда горит закат, слышно, как фальшиво пианино зазвучало, или физгармонии скрипят. Ведь случайный часто неумело для знакомых улиц вечером поет. Эта песня на 2 сольди, на 2 гроша. С нею люди вспоминают о хорошем, и тебя она вздохнуть заставит тоже. О твоей беспечной юности она. Это песня для окраин пропыленных, это песня о влюбленных и бездомных, это песенка о том, что не вернется, это песня о счастливых временах. Вон на 4-м этаже окно распахнуто уже, еще окно, еще окно, еще одно. Люди слушают, вздыхая и мечтая, на 2 сольди эта песенка простая. Но для тех, кто не надеется и любит, песня вечная история любви. Часто песня из окраинных квартала знаменитым вдруг артистам залетала. Появлялась новизна, она в оркестре дом и дом, ее выводит баритон. Повсюду носится она, везде слышна. Но опять вернется песня на окраины, на углы, где родилась она случайно, и поет ее влюбленная девчонка в час заката у себя под чердаком. Вот эта песня на 2 сольди, на 2 гроша.